12-я конференция, посвященная памяти выдающегося российского невролога, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, академика Александра Моисеевича Вейна, проходила в Москве с 4 по 6 февраля. На конференции обсуждались ключевые междисциплинарные проблемы, которым было посвящено научное творчество Александра Вейна. К таким проблемам относятся прежде всего вегетативные расстройства. За последние годы в мировой неврологии накопились новые данные в области клинической вегетологии. А одной из ключевых проблем, всегда интересовавших профессора Вейна, были функциональные расстройства. Большое внимание в последние годы жизни Александр Моисеевич уделял исследованиям феномена боли. В программе прошедших вейновских чтений были представлены новые возможности управления болью. В ходе чтения ученики и последователи академика Вейна обсудили такие темы, как сон и ассоциированные с ним неврологические проблемы, пароксизмальные расстройства, необычные и диагностически трудные экстрапирамидальные синдромы, роль гендера и пола в неврологической патологии и целый ряд других вопросов. Вейновские чтения в последние годы приобретают размах масштабного форума, число участников которого превышает 2000. Здесь собираются неврологи и врачи смежных специальностей, чтобы в прямом общении обсудить наиболее острые проблемы своей практики. Важная составляющая вейновских чтений – обучающая программа «Актуальные вопросы неврологии», которой в этом году был отведен весь первый день конференции. Эта программа представляет рекомендации по ведению пациентов с различными неврологическими расстройствами в российских реалиях.